Того то усиление, через которое мы сейчас прошли. Да? Сейчас мы находимся с вами вот здесь. Вот эта точка. Итак, вот он сам, Казантип. Вот этот перешеек, который соединяет Казантип с материком. Когда мы выйдем вверх, вы отчетливо увидите, как это все устроено. Самая высокая точка Казантипа, на самом деле, не такая высокая. Всего чуть меньше 107 метров. Это плоская вершинка, вот нет, она, после поднятия выше уровня моря, никакого озера здесь не существует. Уже порядка 60 миллионов лет, это просто такой странный мыс, который выглядит как греческий или римский цирк, как амфитеатр. Края его приподняты, а центральная часть сцены несколько углублена. Чем славится Казантип? Обратите внимание, береговая линия прямая или нет? Нет. Огромное количество мелких бухт, отгороженных скалами друг от друга. Такие очень укромные местечки, в отличие от татарки. Татарку мы с вами отсутствуем, хорошо увидим. На татарке огромный песчаный пляж на много километров. А вот здесь в основном все пляжи каменистые. Камень, в редких случаях небольшая галька. Песчаных бухт на Казантипе, ну просто по пальцам пересчитать можно. Вот здесь пара песчаных бухт. Так, вот здесь есть одна песчаная бухта. А все остальные каменистые. Весь Казантип сейчас объявлен заповедником. По какой причине? А это один из немногих участков Крыму, где сохранилась Крымская степь. А растение очень важно, не просто важно, а очень важно. Самое главное, что все его названия все знают. Это лен.